В субботу, 24 марта, в торговом центре «Дитанамс» пройдет акция «Теплые встречи с Даутком». Специалисты пункта обслуживания клиентов приглашают горожан, которые испытывают сложности в использовании гаджетов и нуждаются в совете или помощи. Подобные акции компания «Даутком» проводит уже год. Жители обращаются в пункт обслуживания с разными вопросами. Начиная с самого простого, как открыть смс-ку, как написать смс-ку, заканчивая почтой электронной, ютубом тем же, то есть работаю в интернете. Консультации специалистов Даутком бесплатные, и чтобы получить помощь, не обязательно быть клиентом компании. Помогаем абсолютно всем, без разницы. Мы не спрашиваем, клиент вы наш, не клиент, поэтому любой человек может прийти, у кого есть какой-то вопрос, ждем, да, и отвечаем всем. Напоминаем, теплые встречи с Даутком пройдут 24 марта в торговом центре «Дитанамс». Специалисты компании будут консультировать с 10 часов утра до часа дня.